Владик такой. Тишина в доме. Добрый день. А мы, скажи, тут тебя ждем. Скажи, ты думал, что? Скорей, 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 скорей. Папа. Папа пришел. Да, два карандаша. Да. Да, папа пришел. Что? Она, у меня ж ты слышал, заходил. Тихо. Угу. Вообще никто не крякнул. Бася. Бася там снизу за ноги кусает. Скажи, Степа, я уже тут. И хочешь, я и на крис-крис откликаюсь. Скажи, на что хочешь, скажи. Я откликаюсь. Думаю, что это на мне положило? Это они уже кошачью еду поели. Только успеваю наложить. Бжик нету. А это уже они за кошачьей едой. Маня. Степа. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Жадность пошла. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Моё-моё-моё. Мне-мне-мне-мне-мне. Да? Стёпа, дай Мане. Она умеет открыть. Не делай так. Стёпа. Вон, вон, бери, бери. Ой, жадность это не порок. Жадность это черта характера. А Стёпка не только сам. Он еще и мешок. С курагой с собой тащит. Да, я попробую. Опа, все. Занял свое законное место. Туда, куда не прилезут. Опа. Степа, укусненько. Подтверждаешь? Укусненько. А где наш миндаль? Сейчас. Сейчас, сказал Влад, изгреб карандашей. Ну? Сёпа. Это что-то папа мало взял. Маня. Нормально, кот. Степа, а Мане? Ты им на две ладошки положи, и они будут кушать. С разных рук. Маня такая пушистая, а Степка такой гладенький. Не надо меня обкрякивать. Если бы не я, вам бы вообще миндаль сейчас не дали. Спина к спине. Сели. Вот все-таки как я? У каждого своя ладошка, понимаешь? И котенок тоже. Котенок что, курагу тоже да. Ест? Бася. Нормально. Очень интересно. Значит, курага хорошая, настоящая. Потому что кот никогда не будет... Есть что-то нехорошее, невкусное. Это новое что-то. Угу. Видел, что коты едят. А, у нас Лёля ела эту кукурузу. Лёля кукурузу любила, да. Но чтобы курагу... Нормально? Хвостатые. Хвостатая банда. Памперсы хвостатые. Бася, может, ты будешь и тот самый, и орехи кушать? Я уже не удивлюсь. А Маня там у тебя там наложила, понимаешь? Как мышка. Опа, опа, опа. Не бизнес, но ланч.
Причем все участвуют. Бася, ну ты меня удивляешь прям. Ты у нас будешь котенок-вегетарианец. Потому что кошачий корм, он не очень, чуть-чуть совсем. Может, что просто не дорос до паштетиков. Так, фаршика тоже чуть-чуть совсем кушает. Сосиску там когда-никогда кусочек. А оказывается, вон оно что надо было тебе. Кураги сочные. Мы стали Басика на немножко оставлять в вольере. Ну ты посмотри. Прямо Влад пользуется спросом. Ну. Мы заказали сироп из топинамбура вместо сахара. Привезли. Да? Степа, Маня. Они размером уже одинаковые. Мне кажется, даже что Степка ненормально так ногой облокотился об Маню. Тут рукой это самое. Вот смотри, мне кажется, что Степка уже выше. Растет, да? Да. Быстрее. Маня чуть-чуть, ну, получается, чуть-чуть шире. Но Степке длинные лапы. У нас длинные руки, скажи. Мы везде достанем. Я молчу уже про живот. Ну, этот живот такой прелесть. Это же чудо какое-то. А не Степашка. Дрик. Что такое? Что такое, кот? Скажи, ты что? С ума, скажи, сошел? Я же страшный хамадрил. На Маню посмотри. Вот ты почему чего-то... Такое ощущение, что ты ее прямо за горло берешь. Сейчас тебе хейтеры это напишут. Манечка, там у тебя целиком легли орешки, я так это понимаю. Вместе с курагой. Ты их даже не грызла. Боже, какая вы красивая. Хотел сказать, пара, а потом, ну, трио. Трое нет. Не, ну на трое у него не похоже, Ванька. Но трио. Вот, вот, вот. На трое не похоже, если сделать вот так. Один просто белая ворона. Так я продолжу. Мы стали оставлять на пару часиков. Там на часик, на пару часиков Басика вместе с малышами в вольере. И прямо у них вообще здесь все хорошо. Баська привык, да? Потому что, скажи, всякие будут случаться из загородки. Он уже прекрасно вылазит. Вот. Значит, ухо такой чистенький. Покупанный, чистенький такой, замурчательный, да? Мой холёсий такой красивый, прелесть. И Стёпа с Маняшкой прекрасно к нему относятся. Ну, то есть они очень даже дружненько в вольере. А то сейчас начнут подрастать, таскать друг друга за хвосты. Стёпа, особенно касается тебя. Да. Скажи, папа, папа, я такое чувствую, что мама сейчас ругаться почему-то начнет на меня. Скажи, причину не понимаю, но на всякий случай к тебе. Ну, все, все перекусили? Так в руке держит, Ари. Ну, чем не человек? Маня. Ну, взял хвостик чуть-чуть. Даже не жевал. Поигрался. Даже не жевал. И то только потому, что кое-какой... Папа, скажи, папа, давай вот это вот Маню уже давай наверх. Пальту закрываем уже, скажи, хватит вот этих вот. Вот так, да? Да, да, вот так, вот скажи, вот, поправил, все. Скажи, потому что вот эти вот мне, скажи, разбойки, потом мне иди, за нее заступайся. С котом выясняй отношения, скажи. Ну, чем надо? Ну,
сейчас мы по-пацански вот это вот все ее прикрыли, сидим, скажи, орехи щелкаем, да, едим миндаль, кушаем, разговариваем, скажи, да, сейчас чай, скажи, так пойдем пить. Ой, все? Все, сидите, жуйте. Я пошла работать. А Вадик с детьми, таким обреченным взглядом сидит, смотрит.